Дорогие друзья, дорогие мои многомиллионные подписчики, сегодня я попал в такое место и решил поделиться, конечно же, с вами, дорогие мои многомиллионные подписчики. Я попал сегодня в эпоху старины. Вот, посмотрите, какие самовары. Просто. Я не знаю, каких годов они. Вот этот вот подписан. Самовар 1900 года. Вот. 1931 года, наверное, сапогом, который еще фигарили. Вот, показываю, ничего монтировать не буду, покажу, вот как есть. Вот у меня буквально минутка, там, полторы-две. Вот они, орудия. Всякие разные. Вот, пожарные каски. Пожалуйста. Еще вернемся к ним сейчас. Вот. Такие вот. На алтайской земле у нас вот такие всякие камни. Ну, я не буду читать, что там, как там. Вот они тоже находки. И вот, ребята, самое интересное. Красноармейский шлем участника событий на Дальнем Востоке. Буденовка. Вот она. Как тут отсвечивается? Ну, ладно. О, мы можем и так проникнуть, наверное. Вот, не отсвечивай. Вот так, эпоха древности. Вот. Револьвер, патроны, патронтаж или как он называется, бляха с двумя орлами, вот, лом какой-то непонятный, а вот она еще, самый прикол, вот она от сабли, от шашки, вот она, 979, вот так вот, ребята, попал в такую эпоху, вот они, какие замечательные часы. Просто гитара, телевизор, кувшины. Не трогать руками, мы не трогаем. Вот так вот. Такова красота, дорогие мои друзья. Прям ух, вот так. Ну еще лосося могу вам показать. Вот. Столько зверушек. Вот они, бивни мамонта там есть. Кости вон, бивни мамонта. Вот так вот, дорогие мои многомиллионные подписчики. Здесь вот медведь. Так, у нас тут прихожане. Вот он, мишка. Барсук. И белка. Косули. Орел. Совы. Вот такова красота, дорогие друзья. Вот, еще вам сейчас зайца покажу. Заяц серый. И заяц беляк. Почему не серяк? Вот. Тарбаган. Эрдоган. Вот. В общем, вот такое местечко я надыбал. А, еще сейчас покажу. Еще один нюанс. Вот он. Эпоха. Эпоха, не знаю какая. Тоже. Пулемет времен, ну вот, гражданской войны, да. Тоже тут всякие приколюхи. Вот они, противотанковые. О, шлем фрицевский. Представляете? А, нет, не фрицевский, наш. А, нет, фрицевский. А вот наш. Нет, да. Неважно уже. Нету времени у меня сейчас на это все. Вот ствол от ППШ. Представляете? Это все вот из земли выкопано, найдено. О, штык винтовки Мосина, который 4-гранный. Прикольно. В общем, эмоции, еще раз эмоции. Вот костюмчик. Это все не просто там макет, это реально. То есть из того времени. Не по подобию, а реально из того времени. Свет не знаю, где здесь включается. Вот такие. А, вот нашел. Так, ну. Саперная.